Ежегодная, 9-я по счету, ассамблея талантливой молодежи собрала больше сотни ребят из Ульяновской области. Подрастающее поколение награждали не просто так, а за ежедневный и кропотливый труд. В этом году ассамблею решено было провести в новых стенах в детском технопарке «Кванториум». В промежутках между награждениями для ребят устраивались мастер-классы в специально обустроенных научных площадках. Мы вышли за рамки дворца. Обычно все проходило в областном дворце творчества детей и молодежи. Сегодня мы тем детям, на которых рассчитываем, в которых верим и небезосновательно верим, потому как они это доказали, мы им показываем те возможности, которые уже есть в Ульяновской области и, в общем-то, еще и будут только пребывать. Случайных людей здесь точно нет. У каждого своя тема, свой интерес и занятия. Ученица 72-й общеобразовательной школы Ульяновска Сударева Ирина, например, вот уже третий год ездит заниматься на кафедру микробиологии сельскохозяйственной академии. Результатом труда стал проект, доказавший, что обычные эфирные масла губительно действуют на микроорганизмы и могут обезопасить людей от многих болезней. Мой проект про эфирные масла и действие их на микробы в воздухе. Ну, естественно, я готовлюсь к выступлениям, к этому проекту. Мне в этом помогают учителя биологии и, естественно, учителя, которые в университете. И еще нам в работе помогают студенты, что им большое спасибо. 27 лауреатов стали обладателями президентской премии в размере от 30 до 60 тысяч рублей. А 92 лауреатам были вручены дипломы победителя и сертификаты на получение губернаторской премии в размере 20 тысяч рублей по 4 номинациям: научно-техническое творчество, социально значимая и общественная деятельность, художественное творчество и спорт. Мы действительно с вами по праву называемся родиной талантов. А это значит о том, что это... Ассамблея имеет настолько глубокие корни и достаточно уже отдаленное время создания, что многим из тех ребят, которые сегодня мы будем с вами награждать или чествовать, еще даже не ходили в школу. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.